Добрый вечер, дорогие подписчики. Сейчас у нас вечернее время, и мои канапурики улеглись все по своим местам. Сегодня день выдался тоже очень относительно тяжелый. Как всегда, мы трудимся на благо наших дружочков, а дружочки нас радуют своим веселым лаем. Ну, так и должно быть. Равновесие, да, Степа? Молодца. И сейчас уже все у нас в глубоком сне. И, конечно, сейчас я еще раз хотела попросить, дорогие подписчики, помощь по поводу закупки макаронных изделий, круп. Сейчас привезли мясные продукты, но вот круп у нас, конечно, нету. Да. Корякалки, ну корякалки. Поэтому, если можно помочь, помогите в приобретении макаронных изделий или круп для наших хвостатиков.